Этот рандом, да, он по-любому подкрученный. Вот по-любому. Ну как это? Это в принципе понятно. Это понятно, что он подкрученный. Это то же самое, что вы идете там играть на разных сайтах, там вот это вот, помню, раньше было «Покрути колесо и выиграй бонус к платежу». Тоже все подкручено. Как я понял, что все прокручено? Ну, потому что я выбиваю паузу уже 7 месяцев, и на протяжении 7 месяцев, да, красные статы падают плохие. Ну, вы сами видите, то мана, то меткость, то защита, то еще там ерунда разная. Хорошие красные статы, они вообще почти не падают. Короче, у меня есть предложение, может забить нафиг на эту паузу? Ну, я трачу на нее как бы нормально, но не сказать, что очень много. Очень много тратят наши сокланы сины. Если так пробежаться, да, по разным никам, да, ну, синов, да, из них очень многие люди. Ну вот, я знаю, два сина вдонило по 10 миллиардов. 10 миллиардов это прямо сейчас, так, делим на 1 400 000 и 7142 умножаем на 13,5. Это получается 96 тысяч рублей. 96 тысяч! Некоторые наши сины вдонили и только тогда выбили паузу. Спустя 96 тысяч рублей. Я вот думаю, может не стоит донить на эту паузу. Это что за бред такой вообще? Ну, мне просто, понимаете, каждый раз интересно, что выпадет. Просто каждый раз. Встаю и думаю, вот, а мало ли вот сегодня выпадет.